Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Стреза, который находится в Италии, прямо на берегу озера Лаго Маджоре. И сегодня мы с вами совершим две больших экскурсии. Одну на остров Белла, который находится с этой стороны, и он относится к архипелагу Баравейских островов. До сих пор владельцами этого острова является семья Баромео. И главным украшением этого острова является богатейший дворец, который был построен кардиналом Баромео. И сегодня этот остров превращен в остров-сад. Там так много красивых цветов и вообще всего очень-очень много интересного. А второе путешествие я предлагаю совершить на остров рыбаков, который находится с этой стороны. И там тоже очень много интересного, красивого, загадочного. И если вы не будете переключаться, то вы увидите все своими глазами. Итак, в путь. Сюда на остров. Здесь очень красиво все, шумно, плотненько. Решили сперва подняться во дворец. Вот, видимо, сюда нам нужно идти. Здесь возвышается дворец. Наконец мы к нему вышли. И там сзади виден остров рыбаков. Вот он там. Красота! Мы заходим во дворец. Здесь какие-то прям невероятные вещи на потолке и на стенах. Похоже, что эта скульптура сейчас ударит кого-то по голове. В первом зале мы видим выставку картин. Вот в следующей комнате стоит такой забавный шкафчик с тысячей ящичков. Какие здесь рамы. И тоже вот такой вот секретерчик. А сейчас мы входим в картинную галерею. Здесь просто нету свободного места на стенах. Картина к картине просто навешана. Здесь все плотненько-плотненько висит. Одного золота пошло, наверное, несколько килограммов на эти рамы. Сказать, что работа очень интересная. Здесь в этой же комнате находится спальня альков. Теперь я вам покажу трон. Трон кардинальский. Смотрите, вот так, это не король, это кардинал.
Вот следующий зал, большой, люстра, сплошное великолепие. Вот один потолок чего стоит. Следующий зал огромный, тоже прям такой, ой-ой-ой. Коллекция ваз. Давайте подойдем, посмотрим, что это. Сервиз. Сервиз. Следующий зал вообще вау. Огромный, высоченный. Просто как в церкви ты находишься, такое ощущение. И такой вид открывается из окон. Вот макет маленький такой. Вот тут, где ярусами, тут были сады ступенчатые. Пойдем туда тоже. Еще один зал. Тут находится у них рояль. Или я даже не знаю, как. Очень маленькая клавиатура, прям крошечная. Росписи на потолке такие, как под объем. И здесь находится вот такой вот интересный шкаф с секретными ящичками. Еще одна комната, следующая. Здесь очень много людей. Отсюда прекрасный вид на соседний остров. Сейчас подойду. А здесь вот у нас на этом острове были Наполеон и Жозефина. Вот они. Вот так. Библиотека. Старинные книги в таких высоких шкафах. И смотрите, что самурайские вот такие вот одежды 18 века. Вообще-то мы подумали и решили, что это все-таки не самурайские, хотя очень похоже. Какие странные рамы, вычурные, да? Барочные. Мы так идем, идем, ни конца, ни края нету. Все, всего очень много. Вот гобелен, например. Гобелен. Все натуральное, все настоящие предметы, все подлинные. Здесь вот такая ниша, и в нише
Наверное, как копия фонтана, похоже. Здесь такие интересные стульчики. Прям гобеленом обиты. Здесь у каждого стула свой рисунок. Очень красивая, изящная люстра. И вот такой потолок. Тоже расписной, создающий эффект объема. Я думаю, что это именно роспись. Нет, все-таки, наверное, не совсем я права. Все-таки это объемные какие-то вещи. Роспись не может быть такой же прям натуралистичной. Кое-где она роспись вот в середине. Такие вот квадраты. А вот по бокам видно, что там объем. Здесь вот мы нашли коллекцию кукол. Прям тут карета 60 сантиметров высотой. Кони. Вот все войска, все красивые такие. Так интересно. И тут тоже куклы прям. Ну да, каждая кукла примерно по 60 сантиметров высотой тоже. И вот прям интересно, что видно, в каких платьях они ходили. Ведь это все с большим тщанием подбиралось. А вот человек в маске. Вполне вероятно, что он перенес какую-то болезнь, и чтобы не пугать других людей, носил маску. А болезнь называется наверняка сифилис. Я думаю, то же самое, как вот этот человек. Хотя я могу ошибаться. Вот это что? Интересно как. Ну, здесь вот такие вот злобные персонажи. И череп, и кости, и черти. Преисподняя какая-то. Ну, а эта комната вообще поражает воображение, потому что здесь все просто как из бетона, из чего-то сделано. Грот какой-то такой. Не знаю, что они... Что хотел сказать художник. А вот это вот прям настоящий коралл. А вот, наверное, безумно дорогой. Здесь же находится макет такой вот лодки. И еще есть еще один коралл. Вот. Красивый. Здесь такие камушки выложены. Полы. Это апартаменты второго грота. Ну вот они развлекались таким образом. Скучно им становилось в красивых залах жить просто. Они хотели сделать что-то такое необычное, экзотическое. Так, еще один грот. Еще один грот тут все украшен. Так, тут у нас уже вообще девушка лежит. Прям массажный какой-то салон. Вот я показываю крупным планом, из чего это все сделано. Да, такая смесь и как будто бы ракушки, которые туда вставлены. Ну, как бетон. В следующем гроте вот находится такая лодка, галера с гребцами. А здесь в очередном гроте находится вот упряжь. Или сбруя. Я даже не знаю, как правильно сказать. Уже все не знаю, чем отличается упряжь от сбруи. И даже вот такая вот нимфа написана. Нимфа. Искусство индийское. А здесь уже прям мы попадаем в какую-то тюрьму. Тюрьму и вот такая вот лестница. А здесь находится зал Маргариты Медичи. Смотрите, как тут интересно все было.
Это зал с гобеленами. Посмотрите, какие гобелены тут. Слушайте, ну это просто роскошество какое-то. Неземное. Так вот жили богатые люди. Над этими гобеленами, вот один гобелен, он, мне кажется, 10 на 8 метров. Работала девушка, 15 девушек работали 30 лет над вот этими 5 гобеленами. Представляете, то есть в год они могли произвести, один гобелен они производили за 6 лет. А сейчас мы отправляемся в сады. Прям огромное дерево с камелиями. Дамы с камелиями. Вот мы вышли наверх к этим садам. Сады такие. Там павлины кричат. Это вот. Ну я говорю, это для меня вот это чересчур. Вот этот пряничный домик. Вот эти вот штучки, дрючки. Такое ощущение, что вот напихали туда, вот богато. Богато и по-красивому. Можно было что-то поинтереснее сделать. А вот это дерево мне очень нравится. И вот очень нравится сейчас рододендроны покажу. Вон они, прям целые деревья здесь в Италии. Вот это красиво. Природа, обожаю. Для меня вот многовато. Нету как-то отдыха для глаза, нету дыхания в этой всей композиции. Ты как будто задыхаешься тут. Как будто вдох и сразу следующий вдох. Без выдоха. Нужно все-таки пространство пустые оставлять. Нужно. И так получается, каждая вот такая вот ниша заполнена чем-то. Чересчур. Все чересчур здесь. У меня, видимо, извращенный вкус. Это павлины. На самом верху такая смотровая площадка на 360 градусов. Ой, какие там цветы красивые. Вот и там тоже. Красивый альбинос к нам идет прям рядом. А сейчас мы отправляемся в маленькое путешествие по ботаническому саду. И посмотрите, какое дерево здесь растет. Обалдеть! Я даже не знаю, что это за плюшевый мишка. А вот так вот выглядят сады со стороны. Мне больше нравится отсюда вид, чем вот от главного парка. Смотрите, как подстрижено дерево там. И очень много тюльпанов сейчас. Сейчас пойдем в ту часть, где много рододендронов.
сядьте поудобнее, я вам покажу что-то. Посмотрите, какой райский сад. Какие райские кущи. Вот сегодня у меня мы отмечаем мой день рождения, и ради этого я сюда приехала. Я обожаю цветы. Обожаю. Вы когда-нибудь прогуливались по дорожкам вместе с павлином? Да еще и с белым. А я вот прогуливаюсь. Да еще в таких вот красивых, ой, цветущих цветах, цветущих рододендронах. Обалденно. Какие огромные здесь деревья. Вот этому дереву, наверное, лет 150, мне кажется. Одна ветка, как огромный ствол. Вообще чудеса. Вот люди умели жить. Умели люди жить. Красиво. Итак, мы покидаем наши места. Вот здесь вот идет базар, такой импровизированный. Здесь вот продаются магниты, кофты, футболки, шляпы. Сегодня нам шляпы не понадобились, не было никакой жары, было очень приятно. Ресторанчики. Специально показываю, что тут продают, но мы не задерживаемся, нигде не задерживаемся. Это с лавандой. Все набито лавандой, свечи с лавандой. Очень сильный запах стоит, мыло лавандового. Сумки красивые тут были. Мы еще в городе там посмотрим, что там есть. Я думаю, там тоже есть что-то интересное. Вот в моем стиле сумочка. Какое интересное дерево. Сейчас мы пришли в парк отеля Боромео. Сейчас здесь цветут тоже рододендроны. Очень красиво. Играет какая-то шарманка. Сейчас пойдем посмотрим. Вот такая вот тут красота. Здесь же вот растут лимоны. Посмотрите, прелесть какая. Посмотрите, какой тут отель. 1863 года. С ресепшн. Живая музыка. Настоящие
Вы думаете, сейчас придется дверь открывать? А нет. Нас ждет мозаика. И вот такой вот отель, конечно, изумительный. Сходили на экскурсию по парку. Замечательно. И снаружи вот отель вот такой. Шикарный отель. Ничего не могу сказать. У них даже вывеска непростая, а вот такая волшебная. Невероятно, конечно, красоты тут все. Просто шикардос. Вечером здесь сейчас такой закат прекрасный. Мы гуляем. Это у нас отель Регина. Отель Регина. Сейчас мы пойдем посмотрим. У них как тут все устроено. Видите, какой у них зал для завтраков. Какие потолки. Все по-богатому. Картины вообще. Обалдеть. Какая люстра. А вот это вот очень все красиво. Это галерея, ведущая в комнату завтраков. Здесь вот какие-то украшения. Боже мой. Чего тут только нет. Люди завтракают тут. Таких вот царских покоях, в царской обстановке. Тут какие-то кружечки, чашечки собирают. Вот зал для завтраков. Вот у них как красиво. А в фойе вот так вот. С этой стороны лестница вся в цветах. Картины. У нас такая экскурсия в соседний отель. И вот выход. Выход из отеля. Вот так красота. Лаунж-зона. Приятно тут. Отель Регина. А на лужайке у них готовится празднование какой-нибудь свадьбы. Улочка наша. Вот отель, где мы были. И сразу туда уходит улица. Всякими ресторанчиками, магазинчиками. Вчера мы здесь гуляли в Стрези. Очень милые места. Какой мы красивый дом нашли. Ничего себе. Весь в росписях. Вот это да. Красотень.
пойдем гулять по острову Рыбаков. Итак, мы решили пойти вокруг острова. Остров маленький. Ой, сколько птиц промелькнуло мимо меня. Видите, какие там эти розы в саду обалденные. И вот этот остров, где мы были вчера, совершенно рядом с островом Рыбаков. Можно, мне кажется, вплавь переплыть. Ой, как тут все мило. Как все мило, все чистенько убирает. Дальние горизонты там. Острова и горы Италии. Ой, я чувствую себя как на море. Смотрите, что тут есть. Ресторан прям стоит на берегу. Такой красивый. Маленький такой пляж. Здорово. Сегодня мы будем первооткрывателями и пойдем вот туда вот. В той церкви пойдем и по всяким улочкам маленьким гулять. Будет интересно. Со мной? Смотрите, вот это растение, оно называется голубой дождь. Он прямо вот тут вот такими гроздями свисает. Так. Интересно, что тут, что за дверь? Посмотрим. Куда-то ведет подъем. И все. Тут тоже калитка какая-то, ворота. Так. И вот этот проход был вон туда. На дверь. Ну, это ресторан. Моют посуду и прочее. Смотрите, какие улочки узкие-узкие. Обалдеть. Наверху у нас башня. Из 2011. И вот эта вот башня, да? Вот мы вышли. Здесь у нас такой прекрасный ресторан. Маленький, уютный, весь в цветах. А здесь, смотрите, что. Вот такая вот милая щель между домов. И отсюда тоже можно выйти. Какие-то сетки. Что это? Это сети рыбаков. Вот такими вот ловили рыбу. Они такие тонкие. И запутанные, как мои волосы по утрам. Так. О, пляж. Пляж, я отсюда хочу зайти. Опа. Балкончики какие-то. Так, тут осторожно. Мост. О, здесь вот загорать можно. Вот так. Приехал, искупался, позагорал. Написано, что это опасность. Опять опасность кругом. Здесь опасность. Что опасно? Что тут опасно? Что тут может быть опасно? Господи. Везде опасно, опасно. Замучили. Резкий спуск, глубокая вода. Вот так вот. Видите, какие тут растения. Пальма. Цветет. Надо же. Ну, тут вообще остров, на котором можно просто гулять, проводить прекрасное время. Обалденно. Посмотрите, разве это не мечта любого отдыхающего? Такой вид. В ресторане сидишь, балдеешь. Вот для тех, кто интересуется ценами, я выставляю цены на пиццу. Пицца 10, 9, 11, 12. Что тут еще? Фокаччо. Самая дорогая 14. Нормальные цены. Там тоже вот бар какой-то. Я представляю, тут вечером, наверное, в
столпотворение должно быть. Но, к сожалению, до 6 и все. Последний корабль уезжает. Не будет никакой возможности. Вот мы прошли немножко подальше. Здесь тоже опять какой-то ресторан. Тут детская зона. Ну, я не знаю, может быть, тут можно и взрослым сидеть. Что-то такое грилить или что-то. Не знаю. Вот еще один ресторан. И здесь мыс такой получается. Променад, мыс. И дорога пошла обратно туда, откуда мы пришли. Ну, мы за 10 минут, я думаю, прошли весь остров. В одну сторону. Сейчас пойдем в другую. Вот тут тоже так, с этой стороны. Все симпатично, очень мило. Гуляем. Смотрите, какое окошко. Самые интересные окна мира. Здесь вот продукты продает магазин. Пойдемте посмотрим. Туда внутрь заходим. И тут, походу, еще один магазинчик. Со всякими сумками, платьями. Интересно так все. Надо посмотреть, может, мне сумка нужна в конце концов. Сколько можно мимо ходить. И вот еще. Вот так вот. Как же тут хорошо и мило. Начался дождь. А что нам дождь? Вот, смотрите. Крыши смыкаются настолько, что гуляй себе. И дождя никакого нету. Вот мы нашли просто магазинчик. Смотрите, тут выбор всякого добра. Пасты различные, спагетти. А, что вот это? Изолини. Что это изолини? Ракушки. Какие ракушки? Это сладости, наверное. Мне кажется, это макароны. Да нет, это не макароны, это какие-то сладости, потому что тут конфеты в ней тут продают. Вот мы с мужем гадаем, что ж тут продается, потому что многие вещи совершенно новые для нас. А вот какие у них тут специи в мешочках. Вот так вот взял сразу. Вот это в спагетти, это еще чего-то. Ну, целую смесь купил и радуйся. Действительно не угрожает нам дождь, потому что здесь все под такими крышами. Идешь себе вообще, даже не думаешь, что где-то дождь. Так, тут вот опять дорожка идет вниз к озеру. А здесь опять какой-то магазинчик. Вообще прям сказка. Ходишь как будто по одному большому супермаркету. Только такому аутентичному. Так, здесь можно купить свежую пасту. Ага, ресторан тут все цены выставил. И такие огромные конфеты. Помнишь, мы вот конфеты? Это просто конфеты, ну, не знаю, огромнейшие. Пригласили специально, чтобы мы сняли интерьер этого ресторанчика. Смотрите, вот это да. Сколько тут вина, как винный погребок. Очень красиво. Саша. Grazie mille. Prego, prego. Buona giornata. Altrettanto. Вот это называется, вот это вот. Вот такой вот ресторан. Реклама. Ненавязчивая. Ненавязчивая. А вот будет сейчас реклама ненавязчивой лавки с посудой. Смотрите, посудная лавка. Горшки. Очень красиво. Коннорета. Лаборатория керамики. А вот здесь фотография рыбы. Рыбы. Это рыбный ресторан получается, да? Нет? Да. Где вот какая рыба тут водится и какую можно отведать. Шила. Жарких яник.
вот обойдя весь остров, я понимаю, что вот это вот их самая главная, большая, огромная площадь. Здесь больше всего народу. Здесь кипит жизнь. Практически Красная площадь, как в Москве. Девичник у них тут. Девчонки вон замуж выходят. Ну сколько подружек у нее. Ой, все такие довольные, все такие счастливые. Вот мы нашли еще лебедя. Замечательно. До крови. Какой злобный. Очень злобный. Там не дызечка. Жалоб. Она неправильно дает. Обратно в Стрезу. Из Стрезы мы едем обратно в Швейцарию.